Об небяспечным для здоровья дитячым пральным порошку перастерагают санитарные службы в области. Гаворка вядется об сродку популярной марки «Тео Бэби». Пробы, одобранные у одной из гандлевых кропок Шучинского района, эксперты признали токсичными. Таким чином, уживание сродку может привести до скураных аллергичных реакций. Для безопасности населения его реализация на территории Гродинской области заборонена до высветления причин. Специалистами Щучинского зонального в реализации была отобрана проба порошка стирального детского «Тео Бэби», страна происхождения Болгария. В ходе лабораторных испытаний выявлено несоответствие по показателю индекс токсичности. Это значит, что в продукции содержались химические вещества, которые могут отрицательно сказаться на живых клетках. Як повідомляються у Гродзенскім обласним центрі гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, на особливому контролі по питаннях якості продукції завсюди знаходяться бялізна, косметика, битова хімія для дітей і дитячий посуд. Періодично у гэтых групах товару виявляються неадповідності складу білоруському законодавству. Що тычыцца апошняга факта, по выніках проведених іспытаў, дзеяння пасвечання об державної регістрації, выдадзеныя на пральны парашок гандлёвай маркі «Тео Бэби» на территории Беларуси часово припыняются. Пока свидетельство приостановлено, но не аннулировано, то есть поставщик, если он докажет то, что порошок все-таки соответствует нашим требованиям, то оно может быть возобновлено.